Мамкина Риза, геоморфолог. Он меня привлек в кружок геоморфологический. Я шла на эту кафедру. А вообще-то я училась на геномедпатологии и хотела создать эту гидрологию. Вот. Когда мы заканчивали четвертый курс, наши преподаватели нам сказали: вы едете на практики, на производственные, в разные экспедиции, ищите себе место. Ищите себе место. Распределите. Но мы с моей подругой Раей отправились ко мне домой, на Кафмингу. У нас начали оттуда. У нас там несколько очень крупных экспедиций и Северо-Кавказское геологическое управление тогда было. Министерство геологии СССР. И вот мы с ней поехали туда. Но, как оказалось, мы пришли не в управление, а в экспедицию. Пришли мы к главному геологу, две маленькие девочки, и главному геологу геолого-съемочной экспедиции, центральная геолого-съемочная экспедиция. Он на нас посмотрел, говорит, мы ему представили, сказали, что мы геоморфологи. Он нас посмотрел и сказал, геоморфологи у вас неплохо, мы так посмотрели, мы так сразу. Геоморфологи нам не нужны! Ну, как оказалось, геоморфологи все-таки нужны на Северном Кавказе. И мне вот одно из немногих удалось проработать всю жизнь свою производственную по специальности. Всю жизнь я занималась опасными геологическими процессами. Мне повезло очень с темой работы, потому что это как бы мало тогда геологических было коллективов, которые могли бы заниматься одним и тем же, и в одном и том же коллективе. Обычно заканчивается съемка, всех распихивают по другим партиям, там разведка какая-то. Ну что я хочу сказать? Вот я послушала, значит, и хочу сказать, что профессор Симонов был не прав. Нам университет дал не ключи, он нам дал всем отмычки. От любых дверей. Отмычку дать. И поэтому я хочу выпить вообще-то за то, чтобы пожелать, я хочу выпускникам будущего, чтобы их не приходилось пользоваться отмычкой, чтобы их знания действительно пригодились в их профессиональной карьере, и они были востребованы. А нам я хочу пожелать дальнейшего процветания, дальнейших встреч, дальнейших хороших впечатлений и знать о том, что география – это самое интересное, самое нужное человечеству наука.